Почти 12 миллионов человек включены в списки избирателей на предстоящих парламентских выборах. Как сообщил замглавы Центр избиркома Константин Петров, сейчас проводится активная работа по сверке предоставленных списков. По его словам, каждый вправе проверить себя в перечне избирателей и обжаловать, если его не включили или допустили ошибку в персональных данных. В случае установления Центральной избирательной комиссии повторного включения отдельных граждан в списки избирателей, сведения о них будут направлены в соответствующие местные исполнительные органы и избирательные комиссии для выяснения и внесения уточнения в списки избирателей.